Давайте сейчас посмотрим, что за глаза о вас говорит один из актеров «Тайги». По-настоящему мы с ним познакомились уже в работе сериала «Тайга». Был даже такой случай, когда мы должны были прыгать в воду с моста в реку Белая. Ты с парашютом прыгала? 2 раза. А без? Нет. Лена настаивала, чтобы прыгали мы сами, а не каскадеры. Переубедили Лену, все-таки прыгали каскадеры. И уже, я уж не помню, в самолете мы летели. Я у меня спросил: Лена, ну а что ты расстроилась так? Мы прыгали каскадеры, не мы, но их работали, дело. Кстати, а ты плавать-то умеешь вообще? На что Лена мне ответила: да нет. Я еще подумал, а как бы ты плыла, как ты сплывала? Да как-нибудь.